Есть. Нормально? Нормально. Очень нормально. Очень нормально. Чуть расслаблю. Чуть расслаблю фрикцион, потому что сильно затянут. Ну и скорчаю его выпер сразу. Но щука нормально прям. Димон, ближе вставай. Щука прям очень нормально. Ну, вот она, мамка, которую мы так искали. Сегодня причем рыбы клюют гораздо хуже, чем вчера. Ну вот мамка все же проклюнулась. Не, ну хорошая жаба. Да, она, блин, она очень хорошая. Крючок ненадежный. Был бы сейчас подсак, мы бы ее взяли. Так ее очень сложно будет взять, я думаю. За край. Может, сейчас одним движением крючок. Да не. Диман, ну надо что-то с подсаком решать, я думаю. Да, покажи рыбу. Да рыба вон. Восьмёра, мне кажется, семёра. Ну она жирная. Да. Ну, он сидит надежно и прям разворачиваю. Сейчас попробуем его в подсак. Тоже такой экспериментальный опыт у нас будет. Заведение такой щуки в такой подсак. Ну не, да, восьмёра нет. Ну хорошая. Хорошая жабента. Пузыри пускай. Давай, Лимон, я готов ее заводить прямо. Подсак готов. Тихо. Давай я подтяну сейчас. Подсак опусти. Пониже подсак. Подсак пониже опусти. Я ее сейчас потяну поближе. Давай, вот сейчас ты ее должен взять. Уместилось. Семерочка, я думаю, жирная. Ну как, мне поднимешь, а я возьму или как? Да нет, ну она очень жирная. Нормальные фотки получаются. Кровавые пальцы мои. Оставил мне шрам на память. Вот так, без подсака ловить. И в руки брать. Я даже не знаю, ну лип-грип нужен. Лип-грип не гуманный, говорят. Ну, вот это гуманно, значит.